Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, чемпионат завершен, я на втором месте, перешел на 9-й этап. И мы продолжаем с вами играть в игру Cuts. Доступны новые детали, ага, более мощные. Выбираем облачко. И открываем супер ящик. Получаем запчасти. Дайте мне, пожалуйста, ящик с энергией или с хилом. Хрен там тебе. Ну что же, будем как-то справляться тогда этими деталями. Так, сейчас я на 11-й позиции. Это очень плохо, ребята. Далеко мы так не уедем. Ага, у меня еще есть один чемоданчик. Давайте его вскроем. Ну дайте мне с него хоть что-нибудь нормальное, ребята, а? Ну, в самом деле. Нет, дают всякую ерунду. Ковши, жало тем, чем я не пользуюсь. Ну что же, ребята, давайте потратим куда-нибудь одну очко апа. На катера я не хочу ничего тратить. Защита в чемпионате. Ну, в принципе, неплохо, но зачем? Повышает здоровье всех ковшей, не хочу. Блин, ну нету ничего такого, куда можно было бы потратить, а? Я бы с удовольствием проапал бы вот именно улучшенные комплекты, но не хватает очков. Поэтому, ребята, оставляем все как есть. Так, давайте еще за 10 кристаллов откроем один чемоданчик. И тут у нас, ну, то же самое все, а? Ну, что ты будешь делать? Ладно, давайте, ребята, тогда поставим на время и будем редактировать нашу чудо-машину. Как вы успели заметить, корпус у моей машины валун. Тем более он проапанный до 5 уровня. То есть, чтобы проапать до 6, по-моему, максимальный 6 уровень, нужно неплохо влиться. И причем не только в плане заготовок, но и денег. Так, сейчас мы что-нибудь подберем более хорошее. Так, 3 жала у меня. Колесо 135 хп. Подождите, а у меня 200. Значит, будем вливаться. Так, а здесь 155. Я даже не знаю. Так, может быть, попробовать. Блин, я теряю здоровье таким образом, да? Для катера. А если так поставим? Плюс 20-очка. Ну что же, ну-ка, а сюда? Блин, минус 15. Ну, в принципе, на вот таких маленьких колесиках можно его ставить. Но единственное, что мне не нравится, ребят, по-моему, он стоит на пузе. А это означает, что он никуда не двинется. Нет, так, ребят, дело не пойдет, я думаю. Так, и как вы видите, ребятушки, у меня две пилы, циркулярки, которые крутятся и бьют врага что спереди, что сзади. Так, еще одну деталь, и можем, в принципе, наверное, апать его. Так, сколько у меня? 170. Ну вот, началось, нехватка денег. Ядрить его на корень. Придется, ребят, наверное, что-то продавать. Так, пошла, ты тоже иди отсюда, мне не нужна ковш 240. А у меня 105? Конечно, меняем, о чем речь? Ну, уже что-то, а это продаем. Итого у меня 1500 хп и 401 атака. Да, продаем. Я думаю, что должны немножко простоять на лиге. Но мне не нравится, что у меня колеса слишком маленькие. Как-то меня это не устраивает, если честно. Можно, в принципе, их и поменять. Так, что тут опять? Ну да, давай. 2 кристалла последних потратил. Давайте что-нибудь решать с колесом. Так, поставим вот это. Ага, плюс 25 хп. Ну что ж, неплохо. Но единственное, что если он будет таким образом стоять, я боюсь, мы будем переворачиваться. Давайте глянем в быстром бое, как у нас это будет все выглядеть примерно. Чего? Нет, не хочу. Так, ага. Да. Блин, фигня получилась, конечно. Ладно, это не считается. Ну, как я вам, ребята, и говорил, что ее будет переворачивать, в плане мою машинку. Давайте-ка вот с этим посмотрим. Ё-моё, он с отбойником едет. Так. Ну, здесь мы победили.
Все-таки машинка у меня неуклюжая. Не будет она стоять у меня на месте, а будет постоянно падать. И причем от всего. Ну, а теперь, ребята, лига. Наша любимая лига. Так, не успею. Только лишь по хп проиграл. Так, блин, с отбойником со своим. Ну, здесь тебе хана, Али. Дальше у нас ракетник какой-то. Ёлки-палки, с тремя ракетницами. Конечно, в хлам разнесет. Тут с лазером. О, не повезло, по-моему, тебе, братишка. Так, так, добиваем. Отлично, отлично. Еще один с циркуляркой и с пилой. Ой, плохо, плохо. Но у него атаки 601. Я бы там... Тут вообще без комментариев, ребят. Просто разваливают меня как блоху. Нет, надо что-то делать. Это так, так нельзя. Что можно поменять? Так, ну-ка давай сюда вот это. Блин, минус 25. Но он не будет никуда ехать. А вот так вот сделаем. Так, какой у нас лучше? Так, вот это поставим. Так он должен смотреть вниз и более-менее стоять на месте. Не так переворачиваться, как до этого было дело. Давайте смотреть, что получится. Ну, я вам скажу, что уже получше, но нет все равно того эффекта, которого бы я хотел достичь. Так, тут с пилой, с циркуляркой. Ага. Моя победа, это хорошо. Здесь, блин, ну здесь вообще без комментариев, ребят. Ну, давай, вот, поднимай. Не успел, чуть-чуть не успел буквально, ребят, добить его. Так, ну, а этому хана. Хе-хе-хе. Так. А это что там такое за чудо техники стоит, а, ребят? Без колес, без всего. Только одна циркулярка вокруг. Ну, вот он за это и поплатился. Так, а тут кто у нас? Ух ты, попрыгунчик какой-то. Все-таки я его достал. Отлично. Так, здесь лазер и пила. Так, надо поднимать ковш. А, мы и так справились. Замечательно. Так, вот этих ребят надо в первую очередь поднимать, когда они с оружием, с лазерами или еще с чем-то. Для этого, в принципе, у меня ковшик и стоит. Ух, братишка, извини. Сам напросился. Так, а тут что? Ой-ой-ой, как прижучил. Давай. Нет, не успел. Слишком жирный для нас был. Так, а вот это наш клиент. Отлично, ребята, просто красота. Давай, режь. Вот так вот я больше всего обожаю. Отличненько, так, итого мы 9 боев выиграли. И куда попадаем? Ну вот, уже третье место, это меня больше радует, ребята. Так, надо сделать, наверное, ребятушки, небольшую паузу. И увидимся чуть позже. Ну что, ребята, продолжаем с вами играть в КАЦ. Рекламная пауза у нас кончилась. И я, как видите, на первом месте 10 этапа. И давайте, ребятушки, с вами... Что у нас тут? Пока нету ничего. 2 часа до сундука. Я на 12 позиции. Это очень плохо. Ну и давайте глянем, что у меня имеется. А имеется у меня, ребята, ничего практически. Я все продал, чтобы хоть как-то укрепить свою машину. Так, давайте наклеечку поставим сюда. И со спокойной душой отправляемся на чемпионат, ребята. Давайте смотреть, что у меня из этого выйдет. Так, ну что, пока... Ё-моё, я думал, что выиграю. Да как бы не тут-то было. Ладно. Одно поражение у меня уже есть. Это очень плохо. Не люблю проигрывать. Ну, а в остальном пока я лидирую, да? Так. Извини, братишка. Слишком мягкотелый ты оказался. Так, Колдера тоже мы размочили. Вау, тихо. Успокойся, турбина. Так, Майкл тоже отдыхает. Клон. Туда же его отправили. Куда ему и место. Ну, я вам скажу, вроде бы пока ничего, ребята. Насколько вы заметили, у меня новая базука желтого цвета. Это уже из 10 ранга идет. Так.
Ахмед Фиксер. Ну что же, выиграно 13 боев из 14, да? Это хорошо, ребята. Я также стою на первом месте, занимаю свои позиции. Ё-моё, а вот этого все-таки Кверта я не могу завалить. Это единственный, кто мне мешает, в принципе, пробиться моментально на следующий уровень подняться. А в остальном все очень даже хорошо. Интересно, как его можно было бы сбить? Да наверняка, мне бы немножечко хп или усилить атаку моих ракетниц. Тоже был бы как вариант. Но, извините, у меня, ребята, нету денег, чтобы влить себе дополнительные жизни. А так бы я бы это обязательно бы сделал, и поверьте мне, конкуренции вообще бы не было. Так, ну эти вездеходы мы разбиваем в клочья. Пробел, прорел. Ахмед опять. Ну и опять получается у нас 13 из 14, да? Печалька. Так, я на первом месте. Давайте быстрый бой сделаем. Так, подождите, не то я делаю немножко. Я хотел быстрый бой, а нажал на лигу зачем-то. Вот это посмотрим, давайте. А для чего мне нужна быстрая игра? Для сундука, ребята, естественно, для сундука. У меня одно место свободное. А нет, что я вру-то? У меня все забито. Так что зря я тут паниковал. Так, 53 очка я заработал. Я, честно говоря, не понимаю, для чего эти очки вообще даются. Что они дают? На рейтинг они никак не влияют. Так что без понятия. Ну, ребята, вот как-то так у меня получается. Вроде машинка неплохая, я ей очень доволен. Как вы видите, практически 13 побед из 14 возможных. Пока, Дариус. Ну, а на этом, ребята, я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и ждите обязательно новых серий. Они уже наготове. А на этом все, ребята. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам. We'll be right back.